Всем привет, друзья! Вы на канале «Наверное, интересно», и это рейтинг самых высоких новогодних елок СНГ. Возглавила рейтинг елка из России в городе Красноярск. В большинстве российских городов в 2021 году были установлены искусственные елки, среди которых самая высокая в Красноярске, высотой 55 метров. Второе место нашего рейтинга занимает главная елка Туркменистана в городе Ашхабад. Искусственная елка высотой 41 метр. Третье место – елка Узбекистана, Ташкент. Главная елка Узбекистана – искусственная елка высотой 36 метров. Четвертое место – елка Беларуси, Минск. Главная елка Беларуси – искусственная елка высотой 30 метров. И завершает наш рейтинг елка Казахстана из Нур-Султана. Искусственная елка высотой 25 метров. Это был рейтинг самых высоких елок СНГ. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, скоро новый выпуск. Всем пока!